В Казахстане началось республиканское командно-штабное учение «Коктем-2024» на тему «Подготовка органов управления сил и средств государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации ЧС в условиях паводкового периода». Свою боеготовность к возможным весенним паводкам проверяют и тарасские спасители. Беда всегда приходит незваной, поэтому в рамках учения «Коктем-2024» по всей республике проводятся командно-штабные тренировки по отработке действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, практические действия с аварийно-спасательными службами и формированиями гражданской защиты. Такие же учения сегодня прошли в областном центре. Всего в отработке действий по нейтрализации возможных подтоплений приняли участие 88 спасателей и сотрудников подразделений гражданской обороны 10 учреждений Тараза. Также было привлечено 33 единицы специальной техники. Была проверена готовность оказания необходимой первой помощи. Кроме того, были проведены учения по предупреждению наводнений на ирригационных сетях. Следует отметить, что в Таразе насчитывается 6 ирригационных каналов общей протяженностью 88 километров. По словам чиновников, очистка водных путей проводится на регулярной основе. Только в текущем году из городской казны на эти цели выделено 250 миллионов тенге. Были изучены каналы и другие источники, которые могут привести к наводнениям по причине забитости каналов. Каждый день проводятся очистительные работы. Особо опасные места уже полностью очищены. Согласно данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, в целях оперативного реагирования на возможные осложнения обстановки по всей стране созданы специальные группировки сил и средств государственной системы гражданской защиты. В их составе свыше 39 тысяч человек и порядка 11 тысяч единиц специальной техники. Риналь Рахматуллин, Наимбек Бакбанов, Галамжан Есенбаев, Айкын Акпарат.